Житель Махачкалы подозревается в угоне автомобиля. Стоимость транспортного средства составляет 750 тысяч рублей. По делу задержан 25-летний житель столицы. Он сознался в содеянном и рассказал, что был пьян, а увидев незапертую дверь, решил прокатиться. А вы для чего это делали? Я просто покататься хотел. Выпивший был для этого. Первая жизнь такой вообще в голове не представлял жизнь. Подозреваемый также на угнанной машине совершил ДТП. Следователями решается вопрос о возбуждении уголовного дела.